Среди причин смертности в регионе на одном из лидирующих мест, к сожалению, по-прежнему остаются и дорожно-транспортные происшествия. Более того, по прогнозу синоптиков, на этой неделе в Березниках ожидается теплая погода с обильными снегопадами, а значит, возрастет риск ДТП. Сотрудники госавтоинспекции советуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также рекомендуют отказаться от резких маневров перед перекрестками, светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами. Но не только водители могут стать виновниками ДТП, поэтому сотрудники ГАИ призывают и пешеходов соблюдать правила, которые сберегут их жизни. В ближайшей части лучше снять капюшон и убедиться, что водители вас пропускают. Исключите неожиданный выход на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей или сугробов. В темное время суток пешим участникам дорожного движения рекомендовано использовать светоотражающие элементы.